Привет, привет, мои дорогие. Я заболела. Уже сейчас смонтировала видео и понимаю, что я больная. И у меня заразила меня Лида, потому что вначале заболела она. Сейчас Ромка загнал машину сюда и открыл ворота. Вообще коровы были за домом. Они как они увидели, что ворота открыты, не знаю. Представляете, умчались. Умчались? Я так и не поняла, где они. Лето закончилось, прохладно. Я уже жду, когда, знаете что, будет весна. Весна. Уже жду, когда будет тепло, потому что я посмотрела на фасад дома, на окна, наверху, на втором этаже. Мне не понравилось. Надо все это мыть. Интересно, вот где они? Бык. И корова. Убежала бык и береза. Ромка побежал их искать. Ну, вроде как, я так поняла, что он их догнал. Вишню, Молли и теленка Петручу он загнал в стайку. Вообще шоу. Я им еще на днях здесь, знаете, что говорила? Я говорю, Ром, ну что они вот там вот во дворе? Может, их пойдем по поселку попасем? Погуляют пускай. Рома мне сейчас по телефону. Ну, знаете, как оно по-русски. Мать его. И все в этом духе. Какой с ними гулять? Сейчас бы, говорит, домой хоть привезти. Не знаю. Мне такой, говорит, они так быстро бегают. Это, говорит, мрак. Он говорит, я их еле догнал. Так я говорю, Рома не курит. Не курит, и при этом все, он их догнать не мог. И у него бешеная дышка. Он говорит, я еле дышу. Я, говорит, не думал, что они так быстро бегают. Ой, корова. Хотите, покажу, какие у нас уже листочки большие. Смотрите. Какие уже выпустились. Да? Вроде не было. Вот вроде видео он показывал, что не было листочков. Уже какие большие. Не знаю, сейчас найду их, не найду. Так вот, бои, бежала, как лошадь прожевались. Вон, вижу быка. Вижу я тебя. Че, мы домой не хотим идти? С одной стороны. Бега, с другой Ева. А? Ну-ка, пошла. Давай. Пошла. Быстрее. Ужас. Вот такая вот веселье у нас. Капец. Ну, не сказки сказать, не первому писать. Вон они, беглецы. Я уже увидела быка там. Побежала вам на перерез. А куда ты побежал? Зачем ты бежал? Ну, думаю, помочь, вдруг мало ли. Экстрим сообразен. Да? Адреналин. Как ты ее там ловил на такой базе большой? Ну, как обыкновенно там. Она видит же. Хорошо, что они туда на базу пошли, понимаешь? Ну да, она считает вся авайта. Это, хорошо, что калитка была открытая. Пить хотят, воды нету. Набегались же. Смотри, у нее шпена, блин, видняшка. Запыхалась. А что, не слушается никак, с веревки не идет вообще, я не знаю. Это не тяжело. И тут, представляешь, я с веревкой бегу, а там же это, видела? Это. Пасут тоже. И Ева такая подходит. Кого пасут? Ева сзади меня, я уже пошел туда с веревкой. Ева сзади меня подходит, и там женщина говорит, вы бы собачку-то убрали. А это ж я тут пасу. А она кого пасет? Кос? Кос. И у нас еще коз здесь, мы недавно узнали, что держат. Ты видела Ева, бедная? Она бежит сзади же, Ева. Коров впереди, я в середине, получается. А бык бежит, я в Еву спотыкается. Да? Ева только, смотрю, кубарем пошла. А я так... Бедная Евочка, девочка, тебе больше всех досталось. Вот уже, наверное, бедная пожалела, что выбежала. Вот. Ну и все, вижу, это... Ух, отдышаться. Комары какие, а? Да, зверские. Так, я пойду воду. Что, вчера не было их так много? И все, видишь, она взбесилась. Я не знаю. У нее гормоны, видимо, по голове бьют. Она же самое главное. А тут ее кто-то, понимаешь, на веревке решит покинуть, понимаешь? Ну да. Кому это понравится? Да, кому понравится. Я вроде как начальник, а меня понимаешь. Да. На подвязки берут. Бегуны. Два бегуна.
Это ладно, что за быка не надо переживать, он по-любому за ней. Он за ней, да, что-то у нас, не знаю, как снимать, потому что столько комаров, мне кажется, невозможно будет что-то снять, что-то сказать. У нас, по идее, мы считали, что у нас коровы стельные, и что уже все покрытые. Проходит, уже второй месяц прошел, что вы думаете? На нее начал прыгать бык и начал прыгать теленок. И я не знаю, что с ней, у нее появилось... слизь, она ему, но она не стоит, не дает, чтобы он на нее запрыгивал. И мы вот стоим и думаем. Я слышала, что есть такое, что когда корова стильная, могут быть какие-то гормональные сбои. Напишите, если вы что-то об этом знаете, конечно. Хочу сказать. В зачах классно бегать, ребят. Классно бегать, да? Рекомендую. Армию вспомнил? А я берцах бегал. А ты берцах бегал? Конечно, я берцах бегал. Это колбаска. Стоят. Что, пошли семка покушать. Ты тех выпусти. Так, а я выпустил чего? Я шею. А, выпустил? Я просто думаю, надо это сказать. А, что кирзачах четко, да? Да. Ну, видишь, как круто. Это все равно, что на газельке ехать. Да? Езжай, все равно, что на газельке ехать. Это круто. Не, я туда же, когда не бежал. Ага. Я, представляете, бегу, короче. И это... Чувствую, что все, я сейчас, ну, просто остановлюсь, потому что... А тут же лесами еще не просто, ладно, по прямой, да, там... А тут лесами, то там одно, то другое. И, в общем, это... Все, загагай. Я думаю, сейчас, если они на трассу выпрыгнут, все, я не смогу ее догнать. Просто у меня уже сил не хватит бежать, понимаешь? Но она, вроде, слава богу, запыхалась, увидела эту калитку. И в туда, нее? И туда, да. Ой. Там охранник это... маленечко это. Да? Вообще офигел. Подожди, ты ему говорит. Ты, говорит, мне что их сюда привел? Пасти. Пасти. У меня же хозяин сейчас приедет. Я говорю, да какой пасти? Успокойся, ты говоришь. Сейчас я за веревкой схожу, говорю, вытащу. Я с веревкой уже пошел. Ты давай их отсюда. Там собаки уже места не находят. Там собак столько. Да? Щенков много. Целая грядка. Такие, Лев, ну что ты? Запыталась. Девочка моя. Может, водички попьешь? Я. Устал. А ты понимаешь, у меня же ева еще завязана, поняла, с одной стороны. А с другой береза. А береза. А там... ты что не брызгаешься ничем от этих? Слышишь? На хоть и их на всех намазать. Да. И это, слышишь? А там ветки, много деревьев, представляешь? Береза-то первая проскакивает, я за ней, а ева путается, успевает, понимаешь? Я еще и еву тут распутываю, березы держу. Короче, это, ну, короче, круто. Непередаваемое ощущение. Честное слово. Ех, скажи же, было классно. А, Ех, ты вообще, капец. По-моему, ощутила сполна все это богатство. А, пойду воду наливать. Давай. Где ты там что, уже помидорки хочешь открывать? А? Ты хочешь помидорки открывать? У нее чуть палец не засел. Сегодня купили чирики, огурцы. А вот в прошлый раз мы брали вот такие вот огурцы. Они похожи на грунтовые, но на самом деле они еще из теплицы. Давай откроем. Лид, ну не залази на стол, а, пожалуйста. Вот такие вот красивые огурчики. Лид, вот ты у меня какой-то вот летает уже. Вон упала уже шишка. Все равно залазит. Ты помидорку сейчас помою, будем кушать. Черешню взяли, огурчики. Еще папа должен занести картошку, да, Лид? Давай помоем, давай помоем. Пойдем помоем с тобой, и мама тебе даст, хорошо? Пошли помоем. Мама сейчас помоет и вам даст ягодки, будете кушать вкусные. Угу, давай, вкусная черешня, сейчас будем кушать. Будешь кушать, Лид? Кушать будешь, так от окна отсвечивает. Пойдем, мой доченька. Где тут наши модные штуки, которые мы заказали с Алиэкспресс? Так, это подержать у меня одной рукой неудобно. Мы ее сейчас увеличим. Оп, она одним движением руки. Шорты превращаются. Опа! Руки превращаются в шорты. Да, Лидуня, вон тоже стоит, ждет. Да. Сейчас насыпем, помоем. Лид. Сейчас я помою. А нет, я не понимаю. А нет. Полный пакет вам купили. Так. Диана, надо холодную водичку открывать. Диана помощница помогает. Давай так включим. Так. Опа! Ого. Да, сильно включили. Давай хорошо прям промывай. Мама! Помыла? Угу. Ну все, теперь давай немножко стекет. Тут у нас есть тарелочка.
Вот сейчас, чтобы водичка сюда стекала, так поставим. Оп. Все, пойдем. Пойдем кушать. Идем, идем кушать, Лида. Идем. Я сейчас тебе тоже насыплю ягодки. Ты, может, к себе сядешь на стульчик? Давай я тебя посажу, ты у себя будешь сидеть. Давай. Подвинем его сейчас сюда. Смотри. Да, да, делала колбаску. Давай, садись. Сейчас тарелочку возьму, Лид. Надюш, я же там помыла. Смотри, капает водичка на пол. Смотри, Лида, тебе твою тарелочку. Не надо, Надюш. Я вот ей в тарелочку сюда положу. На. Кушай. Кушай, кушай. На. Ты эту тарелку заказывала тоже с Алиэкспресс. Она мне, знаете, чем нравится? Что у нее здесь вот такая вот для малышей. Вот так вот, когда ее нажимаешь, она прилипает. То есть потом тарелка, видите, плотно стоит. Вот сюда будешь косточки складывать. Ладно, мусор сюда будешь складывать. Вот сюда клади. Здесь пакеты надо поубирать. Мам, я там опять. Угу. Вкусно, Надюш? Угу. Что мы с вами еще не обедали, а вы черешню кушаете. Сейчас борщик не будем кушать, я так понимаю, да, Лид? Я буду. Косточки вот сюда выплевывай. Вот сюда клади косточки. Давай, мама пойдет отнесет огурчики в холодильник. Что там, Лид? Это твоя зубная щеточка, да, зубки чистить? Не столик чистить, а зубки, да, вот так чистить надо.